Давайте сделаем академически попроще, чтобы было собаке понятнее. Он не должен вставать на лапы, таким образом ускоряя процесс передачи корма. Маленькие ошибочки ведут к большим проблемам. Невозможно заниматься на рулетке, вообще невозможно. Да, забудьте молодец. Про это. Пристегните его на нормальный поводок, чтобы был контакт. Вот сейчас очень плохое дело вы сделали, понизили статус своей напарницы, ну, просто на порядок. Собака толковая, интересуется, но по управлению не дорабатывайте. Вам не должны быть интересны причины невыполнения. Вам должно быть интересно, сделала собака или не сделала. Возраст, год, чисто. А, полтора уже даже, ага. Хорошо, поняла вас. Когда у вас собака появилась, со щенка или недавно? 4 месяца ему было. 4, со щенка. То есть вот буквально год, ну, год и несколько месяцев назад у нас появилась наша собачка. Ага, поняла. Хорошо, ну за это время вы, наверное, что-нибудь выучили, да? Вот, поэтому покажите мне на новой площадке. Самая легкая площадка, так сказать, практически. Самая легкая, это тебе. Без запахов, вот только половичок с запахом. Хорошо, ну давайте, здесь стоять, лежать, все, что вы можете. Перси. Может, авторские какие-то команды? Ну что? Перси. Какие-то личные. Очень-очень плохой признак – это рулеточка у вас. Прям сразу плохо. Есть у вас нормальный поводочек? Очень короткий. Ага, давайте с этим поговорим об этом. Значит, смотрите, если у вас рулеточка, значит, у вас собака все время куда-то тянет, на вас не завязана. Она тянет в одну сторону, вы в другую. Вы так и будете с ней всю жизнь гулять без контакта. Для того, чтобы собаке был контакт с вами, нужен поводочек, который вы будете подергивать, обозначать. Дергать сильнее, слабее. Вот это вот все очень важно. На рулетке вот эта связь не получается. Получается все время легкое натяжение. Хотите правильную собаку, 1,5 метра тоненький поводочек заведите. Да, придется его немножко собирать, но зато у собаки будет с вами связь. Рулетка абсолютно... Наш замечательный тренер домашний водит прям как надо. Она нас ослабляет рулетку. Так может мы тогда на тренера переключим управление? Кто да, у вас хозяин? Кто хозяин у собаки? Напомните. Тут у нас много хозяинов. Ага. Держи. Вот, давай. Вот. Ну собака концептуально чья? Кто здесь занимается? Кто отвечает за ее поведение? Ну, в последнее время я занимаюсь. Вы? Вот. Хорошо. Вот такой же поводочек, только отрезать от рулетки. Лежать. Неплохо. Так. Лежать. Стоять. Поклон. Не торопитесь, не торопитесь. Стоять. Очень часто стреляете команды. Медленнее, все медленнее. Собака очень резкая, поэтому ей нужно паузы стоять. Побольше. Перси. Так. Поклон. Да ты моя умничка, молодец, красавчик. Хорошо. Значит, смотрите, поклон Зайка. Все-таки, как и все другие. Секунду, секунду, сейчас. Прервитесь. Я думаю, значит, не могу остановиться. Да, вот именно, что не можете. Значит, когда у вас идет какая-то команда, пауза нужна побольше, чтобы собака зафиксировала правильное выполнение. Поняла. Если не получается, например, команду вы сказали сидеть, а он вскочил, вы говорите нет и сажаете его обратно. Давайте сделаем академически попроще, чтобы было собаке понятнее. Давайте на половичок команды сидеть. Перс. А то у вас смешанные сидеть. Команды, прям серия сидеть. Шла, и ничего сидеть. Не было. Вот. Хорошо. Да. Молодец. Да. Когда даете собачке еду, не поднимайте выше, опускайте. Он не должен вставать на лапы, таким образом ускоряя процесс передачи вам корма. И только вам знать, когда этот корм должна получить собака. Вот эти маленькие ошибочки ведут к большим проблемам. Собака думает, что она из вас выкрутила этот корм. А на самом деле мы же его дали, правда? А она думает, что она. Я думаю, что я дала. Так, вот вы думаете, что вы, а собака думает, что она. В результате идет неправильное поведение. Давайте команду лежать. Лежать. Угу. Дышим. Уберите руку от морочки, ну-ка. Лежать. Хоть вперед, хоть куда. Очень хорошо. Да, молодцы, туда дали молодцы. Еще разочек, да. Молодцы. Только вот, ну вот это да. Значит, когда вы даете на подъем, то собака закрепляет лежать. Это поведение, уже лежать. Вскакивает, когда рука лежать. Пошла к ней, она идет навстречу. Жди. Хорошо. Жди. Угу. Замечательно. Так, ну давайте на тумбу. Лезьте. Перси, тумба. Конечно, умеет. Собака-то на кровать лазит. Тумба. Ой, она где только не тумба. Лазит. Вы даже не поверите. Ну, у вас не кошка же. Зачем вам куда, где не лазить-то? Так вот, кошка ну, пусть и лазит где угодно. Перси. Ей нельзя. Она там не лазит, где лазит собака. Тумба. Так. Перси. Тумба. Вообще, у нас очень замечательно получается эта команда. И даже, ну, это незнакомый просто объект, поэтому кусочек повнимательнее, поближе,
чтобы ей было понятно. Да. Ближе кусочек, ближе. Тумба. Невозможно заниматься на рулетке. Да. Вообще невозможно. Да, забудьте молодец. Про это. Хорошо. Молодец. Хорошо. Молодец. Так, подход хороший в парке, скверах на рулетке или без поводочка где-то? Я ослабляю. Нет, без поводка. Без я поводка не рискую, нет. Там... На тумбу, пожалуйста, собачку. Перси. Ага, хорошо, сидеть. Положили свое вот это вот. Вот это вот, да. И походили по площадочке. Перси. Вернуть. Жди. Угу. Сидеть. Угу. Жди. Жди. Угу. Хорошо. Подойдите вкусненько и дайте, замечательно. Да, молодец, умница. Хорошо. Так, сейчас. Никто не отпускал. Ну куда ты помчался? Так, секунду. На тумбу, пожалуйста. Перси. Давайте легкую системку пройдем. Перси. Смотрите, как я вас попрошу. На тумбе команда сидеть. Перси. На половичке лежать. В кольце стоять. Обход конуса в обратном направлении. Давайте попробуем разочек. Сидеть, стоять. Я повторю, вам не нужно это учить. Вам нужно концептуально просто поймать. Ничего страшного. Так, команда сидеть на тумбе. Что тебе не нравится? Можно дай курить, пожалуйста. Аппетит хороший? Да. Прекрасный, особенно если там есть курица. Нет. Пойдем. Хорошо, кусочек защитили. Теперь так. Прекрасно. Давайте дальше лежать. Вниз. Лежать. Не дергайте карабин, мягче. Лежать. Очень неплохо. Так, молодец. Хорошо, в кольце стоять. Стоять. Хорошо. Обход конуса. Стойка хорошая, молодцы. Обход. Так, замечательно. Снова те же команды. Стоять, пожалуйста. Неплохо, неплохо. Поводочка много очень пользуйтесь. Поменьше. Хорошо. Так, диалоги. Когда начали заниматься с собакой? Вот так серьезно, с командами? Ну, здесь лежать, стоять мы изучали давно. А обойти вокруг? Это недавно. Не тяните его за поводок все время. Дайте ему на свободе поработать. Хорошо. На тумбу, пожалуйста. На тумбу и отстегните поводок. Хорошо, отстегните свою рулетку, положите куда-нибудь. А лучше выбросить. Мы его потеряем первые 5 секунд. Пристегните его на нормальный поводок, чтобы был контакт. Вот сейчас очень плохое дело вы сделали, понизили статус своей напарницы, ну, просто на порядок. Собака работала с этой хозяйкой, ушла самовольно. Вы подошли, похвалили, даже, по-моему, кусок дали, поощрили ее поведение. Тем самым сказали, не слушайся ее, слушайся меня, подходи ко мне. Так, ладно, это в любом случае лучше, пускай хоть и коротенький, да. Как раз нам, чтобы нога, да. Ну, давайте. Хорошо. Ты же молодец у меня, хороший. Да. Хорошо, ладно, прыг туда, прыг обратно, пожалуйста, через колечко. Перси. Давай. Барьер. Барьер. Нет, 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 нет. Перси. Барьер. Барьер. Угу. Еще раз, пожалуйста. Ну, теперь уже колечко держите вы. Перси. Yes.
Собака толковая, интересуется, но по управлению не дорабатывайте. Хорошо. Да. Хорошо, теперь ноги на ширине плеч, восьмерочку между ног сделайте. Покажите мне, пожалуйста. Бросьте подочек. Сами стойте, не двигайте ноги, главное. Угу, давайте. Восьмерка. Давай. Молодец. Поводочка не застрянет, у вас очень хороший поводочек. Да, ну-ка, ага, только ручка. Да. Да, смотрите, а почему не получается? Все хорошо, у вас получилось. И давайте. Нужно, я поняла. Вы просто не двигайте ногами, тогда все хорошо будет. Так, и еще смеечку вперед сделайте, пожалуйста. Вот так, знаете, уходите так. Это вообще беда. Беда, да? Ну давайте посмотрим. Концептуально. Это на самом деле очень простое для маленьких собачек упражнение, но очень хорошо. Вот, прошли, поставили. Ну где беда-то? Вот где беда? Так, с вами все ясно. Пойдемте поговорим. Пойдемте, пойдемте. Все, я поняла. Пойдемте. Хорошо. Пойдемте, сядем. Так, присаживайтесь, пожалуйста. Значит, что я сначала давайте, что я отследила по поводу дрессировки. Присаживайтесь. А, пока вы показывали мне, а потом уже вы расскажете своим проблемам поведения, и мы с вами подумаем, что сделать с этим, ладно? Значит, по поводу управления. Диалоги есть. Как только он что-то не делает, вы начинаете с ним вступать в диалог, а почему он это не делает. Как только он услышал вопрос, он сразу понимает, что делать не надо. Надо, так сказать, максимально игнорировать, потому что хозяйке интересна причина невыполнения. Вам не должны быть интересны причины невыполнения. Вам должно быть интересно, сделала собака или не сделала. Если собака не сделала, немножко больше жесткости в голосе, нет, плохо, назад и дожать. Значит, чем грозит такой расхлябанное выполнение команд? Тем, что собака понимает, что она находится с вами в таком лайт-режиме движения и делает, что хочет. То есть она может делать, может нет. Раз вам интересны причины невыполнения, значит, можно этого не делать. Причины же могут быть разные, наверняка у него они очень веские. Прилетела бабочка, запах, сегодня он не с той ноги встал. Это очень веские причины, чтобы не выполнять ваши команды. Если такой диалог есть, будьте готовы, собака не будет работать четко и неукоснительно. А эта собака может работать очень хорошо. Значит, в процессе она заинтересована, на кусочек она поднимается, все интересно. Как только я поднажала на вас, вы поднажали на собаку, змейка получилась идеальная. Да, за кусочек, потому что нет тренинга частого, да, но она получилась просто безупречно. На новой площадке, при новых людях собака отработала, не отвлекаясь. То есть концептуально собака может, вы просто не дожимаете управление, вам нужно немножко больше сосредоточения и целенаправленной работы по управлению. Хотите послушную собаку, для вашего случая это 15 минут в день. То есть она вытянет даже не 5, прекрасно 15. Если у вас нет 15 минут, можно 2 раза по 7 минут подход. Там, не знаю, днем, вечером, когда там вот в режиме вашего рабочего там дня учебного, не знаю, или отдыха, да. Значит, с собакой заниматься это приятно. Она очень подвижная, неплохо развита, хороший прыжочек у нее, да. Это первое. Поэтому, значит, не будете заниматься, будет тупить. Будет тупить, с каждым годом все будет больше похоже на животное и меньше на компаньона. Значит, для того, чтобы собака была умной, чтобы понимала вас, была заинтересована, нужно с ней заниматься. Не потому, что нам нужна зайка или эта змейка, а для того, чтобы собака училась с вами устанавливать коммуникацию. То есть ей было с вами интересно. Мы выйдем, не будем просто идти облавить каких-то собак, а мы будем что-то делать. Когда ему будет интересно, он не будет находить развлечений на стороне. Вот это облаивание собак, которые, наверное, у вас есть, да? Неважно, самых интересных игрушечных. Вот какие интересные ему тионы. Вы тоже, когда были маленькие, выбирали не все игрушки подряд. А вам нравились какие-то куклы, какие-то нет. Вот ему тоже какие-то куклы нравятся, какие-то нет. Ему интересно, он себя так развлекает. Агрессии у этой собаки нет. У нее есть понимание, что нужно как-то себя развлечь на улице, если хозяйка это не делает. Поэтому, значит, чтобы он не развлекался сам, найдите ему развлечение, чтобы вам было с ним интересно гулять, чтобы не просто с собакой вышли, фекалии собрали, так сказать, прошлись немножко, подышали и вернулись, а была какая-то дрессировка. Больше дрессировки собака будет более послушной, прям чудесным образом будет превращение. Понимаете? Значит, теперь, значит, диалоги отменяем. Вот это вот, чтобы вот этого не было, а чего это он? Теперь, если вы вдвоем гуляете, нельзя перенимать управление на себя в случае отказа от этого управления. Да? Вожак работает с собакой, вы не имеете права встревать. Только в том случае, если, допустим, вы говорите «иди, там гуляй», то есть он отпустил один вожак, второй может перенять управление. Параллельно нельзя.
то есть встревать. Иначе получится, что у вас статус упадет, да, и у вас не поднимется, потому что он сделает обязательно логическую цепочку, в обратную сторону тоже можно. От вас тоже, значит, можно убегать к ней. И вот он так будет уходить из сложной команды, каких-то сложных задач. Ушел туда, ушел сюда, типа где-нибудь до меня не отследят, да, где я выполню неправильно. Вот это вот, очень важно следить. Поэтому, значит, всегда... Точнее, не всегда, а ближайшие тренировочные 3 месяца. Этого достаточно для настройки вашей собаки. Возраст взрослый, готовность есть, базовый уровень есть. Значит, всегда в ближайшие 3 месяца работаем вот на таком поводочке, но сброшенным. Но можно и подлиннее, если беспокоитесь, там, скажем, да, какие-то раздражители более серьезные. Тут мы с вами в лайт-режиме, ни машин, ни собак. Вот, значит, но в любом случае это веревочка на полу, чтобы вы не дергали. Есть у вас небольшой грех, связанный с рулеткой. Вы постоянно стараетесь как-то ему поддернуть что-то параллельно, не ждете, пока собака сделает. Это плохо. Собака должна делать сама. Если только она куда-то пошла, вы на поводок наступили, на веревочку, она не пошла, ну, у нее нет возможности, да? Вы вернули ее к себе, нет, назад, и снова поработали. Поэтому старайтесь освобождать руки от вот, загрузки, чтобы не дергать. Если, конечно, вокруг вас кишат собаки, ясное дело, мы на поводке. Но если вот спокойное утро, никого нет, лужок есть, вполне можно поработать на лайт-режиме. Веревочка лежит, вы наступили ногой, чтобы собака не ушла. Это максимум. Тогда, через 3 месяца, у вас будут первые, так сказать, прогулки без поводка. Собака будет гонять вокруг вас, ей больше никуда не будет нужно. А так будете все на рулетке всю жизнь ходить, как с диким животным. Это вот этот момент. Теперь по поводу голоса. Значит, он у вас смешанный, непонятный. То есть собака получает команды таким некомандным голосом, и одна команда следует за другой очень невнятно. Постарайтесь все-таки разделить их, чтобы собаке было понятно. Это как с английским языком, если вы учили, если приезжает англичанка, она бу-бу-бу-бу-бу-бу, вообще ничего не понятно. Если наш академический английский язык, приходит наша учительница, она говорит отдельными, понятными словами. И мы все сразу понимаем. Весь английский язык. Вот так же с собакой. Значит, чтобы ей было понятно, что вы хотите, команда должна произноситься отдельно. Сидеть. И больше ничего не бурчать рядом. Да? Никаких лежать там или еще чего-то. Лежать. И снова пауза. У вас, как из пулемета, сразу пошли команды. Я просто волновалась. Наверное, волновались. Хорошо, супер, супер, супер. Если вы работаете в режиме спокойном дома, значит, это замечание, конечно, мы отменяем. Вот. Но все равно посмотрите, не нужно, чтобы собака выполняла вторую, третью команду сразу после первой. Да? Нужно небольшую паузу. Паузы у вас нет. Собака у вас сразу вскакивает, куда-то бежит. В вашем возрасте уже можно собаку держать на команде до минуты. То есть должна быть какая-то выдержка. У вас сразу какие-то мушки, камушки, да, над этим надо работать. Значит, команды выучили, хорошо, но надо продвигаться дальше. Это не конец дрессировки. Нужно продвигаться дальше. Вы можете использовать любые команды, которые вам удобны. Но самое главное, чтобы собака на этой точке осталась. Любой командой, хоть цветок, хоть хризантемы вы ей скажете. Мне абсолютно все равно. И лишь бы она понимала, что от нее требуется. Если вам помогать на команду, нужно без проблем. Но она должна сидеть. Потом. Команда лежать тоже положили, опять отошли. Позвали к себе, вернули. То есть вот в этом режиме, это в пространстве развития команды сидеть, лежать. Команда стоять самое сложное. Стоит в колечке у вас хорошо собака, здесь претензий нет. Но попробуйте отходить, это самое сложное. Это вот после сидеть, лежать можно только делать. Команду стоять. Чуть-чуть кружочком обошли, туда-сюда. То есть чем сложнее обстановка, чем больше шумов, запахов собак, тем сложнее ее, естественно, будет делать. Вот то, что я заметила, вот на что вам надо обратить внимание в период обучения самостоятельно. Теперь давайте про проблемное поведение. Чуть-чуть коротко расскажите мне. Наверное, апогей. Вот это самое сложное. Жалобы. Почему я вам написала? Да, угу. Это потому, что он четко писает на диван. Угу. То есть сначала началось все с того, что была первая лужа на кровати. На нашей смолке. Угу. Если честно, не поверила сначала, что он такое может сделать. Потом мы купили барьер и категорически запрещаем ему на нашу кровать запрыгивать. А барьер при чем? Барьер, чтобы, ну, пока нас нет дома. А, ограничитель входа в комнату, да? Да. Не входа в комнату, ну да, да. Получается, что так как наша кровать закрыта, есть кровать другая. Угу. И вот пока некоторые граждане у нас были в отпуске. Да. Ну, продолжительно достаточно, 2 месяца примерно. И... На время карантина она уехала,
И тут получается ничья кровать. А как она у вас вообще на кровати оказывается? Да просто запрыгивает. А когда вы, а когда вы сидите на диване и смотрите телевизор, где собака находится? Ну, где хочет. Где хочет. Вот пока он будет сидеть, где хочет, когда отдыхает, он будет ходить в туалет тоже, где хочет. Собакой нельзя вводить такие правила, которые разрешают ей абсолютно все. Значит, вам придется отучать собаку находиться от, на территории вожаков на верхней зоне, возвышенности. То есть на зоне диванов, кровати, кресел сидят только вожаки. Там собаке не место, потому что, во-первых, она таким образом, вы даете ей невербальную команду, что вы с ней равны в правах, и она может там же сидеть, где и вы. Вот. А во-вторых, там очень комфортно, так сказать, оказывать, метить территорию и обозначать, что в случае, когда он ушел, запах его есть. Он туда лужи делает не потому, что он ходит в туалет, а потому что он отмечает территорию. Это моя территория, я имею на нее право. Пускай он не отмечает это укусом и лаем, как это, скажем, делают аборигенные собаки, но он обозначает запахом. Для того, чтобы отучить его метить на кроватях и диванах, нужно, во-первых, его отучить в принципе залезать на места, где, ему не должен, где он не должен быть. Поэтому это будет сложно году сделать, но все равно это придется делать. И самое интересное, он начал это делать не сразу, как появился. То есть... Правильно. Но смотрите, вы когда приходите в новый коллектив, скажем, меняете работу, вы там тоже скромны и тихи. Правильно? Вы изучаете обстановку, кто чего стоит, кто как влияет, вы спокойно следите, аккуратненько. Когда вы уже завоевываете там статус, внимание, начинает вас ценить это сообщество, да, вы имеете право там диктовать свои права уже. Но только после того, как вы завоевали там какой-то статус, авторитет, стаж. Угу. Вот с собакой то же самое. Он сначала подрос, и когда он понял, что он имеет право заявить свое право на что-то, вот он начал это метить. И это вполне логично и правильно. Потому что когда он маленький щенок, на что он там имеет право? Ни на что. Покормит его, и слава богу, он счастлив. А сейчас он уже считает, что он полноценный член вашей стаи, в равной, что самое неприятное, с правами ваш, с вами. Поэтому он заявляет таким образом права. Поэтому для того, чтобы собака ничего не метила, нужно объяснить ей, что это ваша территория, а вы, как вожак, разрешаете сородичу на вашей территории находиться. Тогда он метить ничего не будет. Я же вам говорю, первое, что вы должны сделать, это отучить его от кровати и дивана вообще никуда. Если вам хочется посидеть с собачкой, полоскаться, так сказать, поваляться с ней, идите на уровень ковра. Если ковра нет, купите ковер и там лежите со своей собакой. Когда вы закончили, так сказать, свои периоды ласк, да, вы поднялись на свой уровень, собака осталась там, это очень важно. Значит, чтобы отучить, собака будет сейчас как бы очень сильно удивлена, скажем так, почему это она с вами дружила, как ваша подруга с вашей была равных прав, вдруг и вы говорите, знаешь, ты мне будешь подчиняться. Подруга такая закономерна, с какой стати, да? С чего бы это? Вот он тоже спросит, с какой стати я должен тебе подчиняться. Мы же были с тобой так замечательно в равных правах, я даже метила эту территорию, чтобы никто ее не занял, в том числе и ты. Примерно так собака думает, да? Значит, отучаем ее от дивана. Взяли за шиворот, встряхнули, фу, сняли. Причем достаточно жестко, до состояния, чтобы ему было прям неприятно. Прям неприятно. Виск не означает, что собаке неприятно. Виск означает, что да, ой, сейчас со мной что-то будут делать плохое, того и гляди, сломают мне шею. Верещу заранее, чтобы на всякий случай. На виск не реагируйте. Это лишь предотвращение. Если он, если вы прекратите физическое какое-то воздействие в период, когда он верещит, он будет верещать еще раньше. То есть вы уже идете, а он уже верещит на всякий случай. Это же вас останавливает. Он запомнил, он записал себе. Значит, хозяйку можно остановить с жалобным, так сказать, писком или верещанием. Да? Если вас можно остановить таким образом, он это будет обязательно делать. Значит, поэтому на виск не ориентируйтесь, следите за своим ощущением и результатом. Значит, если собака в этот момент начала отскакивать, лаять на вас, скажем, там, бегать вокруг, это значит, она ничего не поняла. Нужно, чтобы она затихла, отошла и выглядела обиженной. Выглядела. Собаки не испытывают таких чувств, как обида, но выглядит примерно так. Отошла тихонечко и села. Это означает, что она задумалась.
То есть расстановка сил изменилась, ей надо оценить, что происходит. Вот, как она, как сказать, с вами бороться или что с этим делать. Вот она это все должна подумать. Поэтому она обязательно отойдет и сядет тихонько в бок. И каждый раз, когда он в вашем присутствии, когда вы дома, и вы должны это отслеживать в ближайшей, так сказать, территория войны у вас будет где-то месяц примерно. Я думаю, что больше у него терпения не хватит, но месяц, наверное, будет все-таки с вами биться. Вот за это право. Да. Поэтому этот месяц, когда вы дома, следите одним глазом за нахождением собаки. Если он пытается, так сказать, еще раз где-то залезть, диван, кровать, пуфик, все одинаково. Где вы сидите, это все территория вожаков. Он должен находиться ниже. И на своем, так сказать, месте, вот, на которое у него есть. Это пожалуйста. Вот, вернуть, отогнать, причем, если он спрыгивает, это ни о чем. Он просто предотвращает наказание. Наказание должно последовать обязательно. Mm-hmm. Найти его, достать его. Самое главное, не звать к себе, ни в коем случае. Mm-hmm. Вы должны его настигнуть и потрепать немножко за шиворот, так, как это делала мама-собака. Он поймет? В период, не то слово, как поймет, если вы сделаете правильно. Воздействие должно быть неприятное, четкое, резкое, прям вот резкое такое. То есть прям взять запрыгнул и трясануть. Он увидел, что я подхожу, да, к нему. Да, он, естественно, спрыгнет. Я говорю, нельзя, да, в этот момент. Да. Я говорю, нельзя, да. Он спрыгивает. Да. Независимо от независимо того, что я спрыгну, что он да, спрыгнет. Да. Я беру его за шкаф. Да, нельзя. Можно в первые два раза, можно и там, где вы взяли его, можно его подвести за шиворот, можно поднести его к дивану, ткнуть диваном, сказать нельзя, можно так, пожалуйста. Это на ваше ощущение, как ему будет интереснее, так сказать, понятнее этот процесс. Значит, и очень важный момент. Когда вас нет в квартире, у него не должно быть доступа к этим диванам, кроватям. Это очень важный момент, потому что вторая стадия, так сказать, марлезонского балета – это итальянская забастовка, то есть тихий вариант, когда вас нет, буду ложиться. Ну, ты пришла, ладно, придется, так сказать, уступить. Поэтому, значит, в прихожей мы его закрываем, ему вполне достаточно места для того, чтобы, так сказать, ожидать вас в прихожей, там водичка, игрушка, конечно, какая-нибудь, да. Все остальное мы закрываем двери, если нет дверей, загородочки Валер, временно поставим. Значит, что за Валер? Ну, ограждение, вот как мы ставим кровать нашу, угу. Он ее, в общем-то, не может перепрыгнуть. Ну, физически он может, но боится. Боится, да. Она железная. Она гремит такая. Угу. Вы огораживаете свою кровать вольером? Да. А, ну понятно. Да, это замечательно, это как хотите огораживайте. Я бы изолировала в целом комнату. Зачем вам только кровать? Чем меньше квартиры, тем легче контролировать нахождение собаки в ненужных местах. Это замечательно. Значит, поставьте ограждение таким образом, чтобы у него не было доступа с мягким вот этим зонам отдыха. Тогда за месяц он поймет, что вы не просто, так сказать, кормите, играете и выходите с ним, но еще имеете право на управление, да? Значит, дрессировка должна осуществляться всеми членами семьи, кто, соответственно, командует. Поэтому, вот как, так сказать, первый вожак, то во второй то же самое. Немножечко команд, не надо фанатеть там по часу с ним заниматься, но для чего нам нужны эти команды? Не для того, чтобы их там забыл и вы их отточили мастерство. Для того, чтобы собака запомнила, что вы что-то говорите, а он это делает. Вот это очень важный момент. Любая команда, вообще не важно, какие команды для вашей декоративной породы. Декоративный очень умный. Да? Она должна запомнить, что бы вы ни говорили, все должно исполняться. Она пролонгирует это действие на все остальное, и мы получаем с вами послушную собаку во всех сферах, а не только в дрессировочной зоне. Да? Угу. Поэтому немножечко дрессировочки, кусочки, пускай после года, неважно, должна быть все равно мотивация, раз аппетит хороший, вот обязательно даем кусочки, пускай не за каждой сидеть, это глупо, конечно, собака легко это делает, но через какой-то момент или там какая-то сложная система, просто там сидеть, молодец, стоять, да, значит, за молодец ничего не даем. Контроль внимания обязательно, чтобы потом она приходила, собака, на расстоянии, да, к вам. Вот в этом режиме, значит, полная изоляция от места, которое он может пометить, до состояния подчинения. Когда вы дома, желательно открывать. Ну, конечно. Да? Чтобы вы могли отконтролировать неправильное поведение. То есть он должен понимать, ваше присутствие гарантирует полный порядок и уважение с его стороны. Да, поэтому одним глазом смотрим. Если у вас такая ситуация, где вы должны чем-то прям сильно позаниматься и никак не можете отвлечься, не знаю, там какой-нибудь мост с Нью-Йорком, да, тогда изолируйте его таким образом, чтобы он не мог нарушить, пользуясь случаем. Потому что у меня даже лошадь, когда звонит телефон, переходит с аллюра на шаг, зная, что как бы я занята, и можно, так сказать, пофилонить. Да, это даже лошадь делает. Представляете, как, насколько собака в этом смысле более мобильна,
и заинтересована пофилонить в плане взаимодействия с человеком. Да? Поэтому, значит, когда вы точно знаете, что не можете отследить, закрываем зоны опасности. Когда вы знаете, что можете, это самый хороший момент, обязательно это делаем. Все общение с собакой может проходить внизу, сели, общаетесь, сколько угодно, гладить, целовать без ограничений вообще. Собака для этого, собственно, и в доме, конечно. Но нельзя ее брать с собой. Во-первых, это не единично, потому что очень много инфекций в городе, а вы тащите собаку с шерстью на диван, а она туда несет всякие инфекции. А сейчас все больше и больше, особенно летом. Вот. А во-вторых, это очень вредно для ее понимания, какие права у нее и у вас есть. Сейчас они равны, поэтому она метит территорию. Объясните ей, что вы вожак, это ваша территория, это вы ее метите. Пускай запахом, пускай, не знаю, там, трением или просто нахождением на диване, но вы ее метите таким образом. Тогда у вас не будет проблем с этим. И еще важный момент, почему собака еще метит. Если году вы собаку не кастрировали, я просто не трогала ее, что у вас там кастрировали, да? Ну, значит, это чистый... Значит, 2 недели это совсем свежее, это совсем недавно. Это означает, что пока он еще кобель-кобель. Вот, да, падение гормонов у вас будет где-то в течение 2-3 месяцев. Вот после этого уже собака успокоится наконец, придет в норму. Ну, изменил свое. Хорошо, поведение, хорошо, но все-таки падение гормонов занимает какое-то время, поэтому вот это метение территории тоже будет более спокойно. До 3 месяцев с пониманием относимся, а потом как бы он успокоится, уже очень правильное действие, молодцы, так и надо сделать. Но доминирование это вот все равно связано отчасти с гормонами, а отчасти нет. Поэтому если вы будете по-прежнему говорить, мы с тобой, так сказать, в одной лиге, он будет метить, потому что он будет, так сказать, объяснять вам, что, знаешь, это моя территория, она мне прям очень нравится, этот диван, ты иди на другой, поживи там. Ну, он очень, да, он так определил всем. Да, поэтому, значит, заходим с двух сторон. Во-первых, ограничения и карательные меры по нарушению правил. И второе, обязательно приучаем собаку слушаться себя. Вот в этом режиме. Так что давайте, вот тренировочные 3 месяца у нас должны быть. Да. Так, что там еще у нас неправильное? Ну, у нас, допустим, гуляем с собакой на улице. Так. Опять же, это началось все вот буквально вот месяцев там пару назад, три даже. Маленькая собака, мы понюхаемся, все у нас нормально, все хорошо. Если мы видим на горизонте большую собаку, все, у нас агрессия. Она абсолютно неоправданная. Собака в нашу сторону может даже не смотреть. Или смотрит, но виляет хвостом, но это сразу рык. Да, я поняла. Значит, собака считает, что она имеет право развлекаться как хочет, я уже это говорила, да, и что вы не управляете этим поведением. Значит, варианта два. Первый, домашняя дрессировка достаточно агрессивная. Переходим к 2 этапам коррекции. Первая, негативная. Отдернули собаку к себе, причем так хорошо отдернули, прям резко. Нельзя, чтобы это было вот прям вот так. Неприятно. Нет, нельзя, плохо. Вот в этом режиме, да? Абсолютно параллельно. Если одернули ему параллельно, значит, вы не одернули. Если вы на рулетке, это вообще нельзя сделать. Нет. Только поводочек. Значит, дернули как следует. И тут же кусок в нос и перевели его на какую-то команду. Значит, собака не может вести агрессивные какие-то действия в отношении другой собаки и параллельно дрессироваться. Если вы переключили внимание на себя собаки, 80% успеха. То есть кусок в нос, сидеть, лежать. Собака сразу затихнет, начнет думать. Она не может делать, она не Юлий Цезарь, она не может делать параллельно несколько дел. Поэтому, как только она входит в тренинг, она затихает, что вам и нужно. Постепенно это поведение устаканится, успокоится. Собака привыкнет, что получает сначала агрессию, очень неприятно. Но агрессия должна быть такая, прям ей неприятно. Она должна обратить на вас внимание. Прям резко, настолько дернуть, чтобы она остановилась и очухалась. После этого только кусок в нос. Потому что если собака туда рвется, вы кусок в нос сидеть, это не работает. Не, иногда он... Сначала обязательно этап агрессивный, то есть вы не поддерживаете это поведение. А после этого кусочек давай делать то-то, то-то. Вот тогда будет работать. Больше 15 минут с собаками общаться нежелательно. Нельзя входить в этом коллективе по кругу, там, не знаю, 1,5 часа. Собака начинает отрываться от вас и терять с вами контакт. Она больше переходит в сообщество сородичей. Это очень вредно. До 15 минут вы можете общаться с другими собаками. Все остальное время вы должны уйти и ходить в своем режиме отдельно. Если бы, знаете, это раньше, может быть, ничего бы такого не было. Ну, тогда... так сейчас это не поздно. Сейчас можно это корректировать. Ничего когда страшного. Мы гуляли, вокруг проходили другие собаки. И вот те несколько собак, они начали облаивать. Ну, естественно, одна стая прогоняет другую. Да. Я научилась это делать. Вот здесь, вот проанализируйте.
анализировать бы ситуацию. Вы же видите, собака другая делает неправильные действия, ваша перенимает. Вот плохое не очень даже быстро перенимает. Это так колоссально вот, быстро. Естественно. После этого он начал вот проявлять агрессию вот на собаку. На большую. Значит, тогда я вам очень рекомендую в группу собак не входить сейчас в тренировочном режиме эти три месяца. Уйти в отдельное плавание, да, корректировать собаку, как я сказала, тогда все пройдет. Бывают собаки, которые не играют игрушки, ничего страшного, нет, у вас нет. Есть тренинг и прохождение препятствий на детских площадках. Это тоже будет интересно и весело. Сегодня мы с вами чуть-чуть походим по системе препятствий. Сейчас урок будет, я вас возьму в него. Да? И на этом уроке вы посмотрите, как это можно лучше сделать. Нет. Единственное, зачем он гоняется, это за палкой. Мы как бы бросаю. Он ее приносит назад. Естественно. Такой, но почему же он должен ее приносить, если вы с ним дружите? Вы с ним спите в одном... Нет, за лакомство это тренинг. Это слишком неинтересно, вот этот тренинг. Вам нужно, чтобы собака приносила палку для того, чтобы продолжать игру, а не для того, чтобы что-то поесть. Желудок здесь ни при чем совершенно. И хорошо, если его интересует палка, значит, берем палочку, только свою отдельную, небольшую, да, которую носим с собой. Не подбирайте с пола, на ней инфекция, это очень опасно. Неизвестно, какая собака грызла ее до вас. Вот, вполне возможно, что и чумная, и бродячая, то есть это очень внимательно с этим, да. Кидайте палку, но к палке приведите веревочку или к собаке веревочку. Настаивайте, чтобы он ее поднес, имитируйте уход назад, давай, взяли, еще раз бросили. Все делаем в режиме 1.5 метра. Научите его носить, а потом уже будете кидать по-настоящему. Тогда он будет приносить. Дома другое дело, на улице совсем другой режим. Здесь драйв, интересно, запахи, воздух, птицы, все это его отвлекает. Поэтому учитесь на скучной площадке бетонной у дома за палочкой бегать. Но обязательно контроль или на собаке, или на палочке. Должна быть веревочка. Еще он очень не любит расчесываться, поэтому приходится его стричь, и не всегда удачно. Смотрите, если он не любит расчесывать, потому что вы, наверное, просто сели и начали его расчесывать. А нужно было его приучить к этому. Приучите сейчас, ничего страшного. Берите мягкие щетки, массажные, знаете, такие в магазинах для женщин, для длинных волос. Массажные, с капельками на краю, а не пуходерки. И гладьте собаку этой расческой тыловой стороной. Погладили его, потом один раз провели этой, потом опять той, которая плоская, да, потом опять. За каждый, несколько проглаживаний, кусочек, да, вы должны его приучить, что это не больно, не страшно, достаточно приятно. Если у него там скапливаются какие-то колтуны, от этого ему можно неприятно быть, значит, купите супкой шампунь, опрыскайте его, пусть ему особенно в начале, по первости, да, в начале будет приятно, чтобы... процесс проходил очень хорошо. У нас тоже с вами, когда вы расчесываете волосы, там, не знаю, после ветра, после моря или там после чего, знаете, дергаешь, а там боль такая, просто не расчесать это. И вам тоже неприятно. Только вы-то понимаете, зачем вам это нужно, а собака нет. Она не понимает, зачем вот этот процесс, ему и так хорошо, понимаете? Поэтому, когда у него есть колтуны и плохо идет, попрыскайте на него сухим шампунем, вон в зоомагазинах продается, и расчешите до состояния, так сказать, позитива. Дайте кусочек за каждое третье поглаживание щеткой и расчесывание. Сначала расчесывайте его настоящей человеческой массажной щеткой. Пока ему не будет приятно, ему будет приятно. Потому что это очень приятно для собак, вот это вот такой массаж. А после этого переходите на свои инструменты, какие там нужно, но тоже потихонечку, с наградой, с поглаживанием, да? Период, не когда он хочет гулять, а когда он нагулялся. Он такой расслабленный приходит, счастливый. Вот в это время самое лучшее время заниматься грумингом. Угу. Тогда будет хорошо. Да, у нас еще тут кошка же есть. Да. И он охотится и за едой, и за игрушками. Все, что кошачье, нам очень интересно. Ну, то, что еду нужно поднимать вверх, это понятно, да? Кошку беречь, собаке корректировать, не разрешать, не гонять, не хватать. Отдернули, за шиворот схватили, то же самое, что с диваном. Проявите силу и установите дополнительные правила. Тогда кошка будет в покое у вас проживать. 7 лет она уже имеет право двигаться, так сказать, в нормальном режиме. Сейчас мы с вами позанимаемся на уроке небольшом. Подумайте, кто будет заниматься. Конечно, вот, чтобы... главный тренер. Замечательно. Настройтесь.